Всем знакам зодиака звезды рекомендуют 21 апреля не принимать критику близко к сердцу. Оптимальным решением будет извлечение сказанного необходимых выводов. Овны, положение планет связывает ваш новый день с разрешением застарелых проблем. Старый друг поможет вам в этом, предупредив о препятствиях, которые вам необходимо преодолеть. Также следует избегать непорядочных людей, они могут создать вам финансовые проблемы. Тельцы, вас ожидает день добрых поступков, благотворительности и щедрости. Все новое вы воспринимаете с открытой душой, позитивно. Успешными будут заключения договоров, начало реализации большого рабочего проекта, подписание документов. Следует остерегаться авантюр, навязывание своего мнения другим людям. Близнецы, 21 апреля, перемены в обществе могут отразиться на ваших планах. При разумном отношении к себе и окружающим вы успешно преодолеете возможные препятствия. Не стоит проявлять эгоизм и придирчивость. Это отрицательно отразится на отношениях с близкими. Раки, ваш новый день пройдет под девизом «Все, что не делается, все к лучшему». Вы легко справляетесь со всеми делами и вопросами, даже успеваете помочь друзьям. Хорошо бы позаниматься активными видами спорта, совершить прогулку или отдохнуть на природе. Львы, в ваш грядущий день символизируют единение с семьей. Интересы близких стоят для вас на первом месте. Вероятно, крупные покупки, решение бытовых вопросов. Неплохо начинать дома ремонт. Финансовая нагрузка на вас возрастет, поэтому постарайтесь вести учет тратам. Девы, 21 апреля вы окажетесь в центре внимания коллег и руководства. Не смущайтесь, а смело беритесь за новые сложные задачи. На личном фронте вам необходимо изменить тактику. Окажите должное внимание своей половинке. Проведите совместный вечер. Ну и сделайте какой-нибудь сюрприз просто так, без повода. Весы, звезды уверены в том, что ближайший день обещает быть для вас плодотворным и интересным. Вероятен старт обучающих курсов или семинаров. Постарайтесь взвешенно подходить к новым идеям деловых партнеров. Скорпионы, если вы представитель творческих профессий, готовьтесь к плодотворному дню. Ваш талант достойно оценят, а за этим последует материальное вознаграждение. Звезды рекомендуют проявить гостеприимство, даже если гости, которые к вам нагрянут, окажутся не столь желанными. Стрельцы, ваши неотразимость и энергетика сделают вас объектом повышенного внимания. Не скрывайте свой потенциал, чтобы осчастливить близкого человека. Посетите оздоровительные и косметические процедуры, спа-салоны. Козероги, некоторая суматоха будет преследовать вас 21 апреля. Дела и планы могут пойти совсем не по тому сценарию, к какому вы готовились, но будьте тверды в своих взглядах, не дайте сбить себя с пути. В конце концов, вы получите все, чего желали, и даже больше. Водолеи, вам звезды напоминают о том, что хороший день – это хорошее настроение. Обратите внимание на отношения в семье, и они станут только крепче. Проявите творческую инициативу на работе, прислушайтесь к коллегам. Ваша репутация будет работать на вас. Рыбы, будьте готовы к эмоциональному напряжению. На работе возможны конфликты, выяснение отношений. Не обещайте больше, чем можете сделать. Вообще, в среду вам лучше, что называется, пересидеть. Так что пока не инициируйте серьезных перемен. Всем знакам зодиака 21 апреля. Перед тем, как высказывать претензии, необходимо хорошо подумать, в ваших ли это интересах. Звезды знают, что говорят.